очаровательные, милые, любимые наши женщины. Примите мои поздравления с замечательным праздником 8 марта. Именно в этот прекрасный мартовский день в наш северный город входит весна. Полная солнечных улыбок, ярких букетов, признаний и комплиментов. Великий французский философ Жан-Жак Руссо сказал: «Женщина – это царство нежности, тонкости, терпимости». Именно вы, дорогие и любимые мамы, коллеги, сестры, жены, подруги, бабушки, наполняете нашу жизнь уютом, добротой и оптимизмом. И словно музы вдохновляете нас, мужчин, на все успешные свершения и поступки. Вы – наше главное богатство города, его душа, его жизнь. Благодаря вам наш родной Магадан становится уютнее и краше. Мы по праву гордимся и восхищаемся вашими достижениями, славящими наш северный край. Спасибо вам за мудрость, за умение делать этот мир добрее и прекраснее. Весеннего настроения, исполнения самых заветных желаний. Будьте счастливы и любимы!